Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Монк. Продолжаем проходить Dead Space ремейк с русской озвучкой. Так, нам куда? Нам туда. Достать ядро сингулярности. А тут не запитано, еб. Алло, бля. Алло, откуда провод идет? Ага. Сейчас поджарит меня тут. Не по-детски, блин. Ты чё-то макаешь-то, блин? А это чё? Батарейку вижу, блин. Вижу батарейку. А нет, это не батарейка. А я подумал, батарейка. Так, окей. Куда мне? Мне сюда. Беги! Чё ты встал-то, блин? Дурачина, ёпт. Вот тварь в спину мне кубанула. Подожди, а там может и не батарейка-то нужна? Как запитывать-то? Вот как угадать, сколько она, блин, не жарит, а сколько жарит? Быстрее, бля! Так, система пожаротушения. Давай-ка ее включим. Но это я пожар потушил. Лифты. А! Тварь, бля, пошла нахер! Да сдохни ты, пожалуйста, а! Бля, у меня нету этих. Как его... Фига себе тут жарит теперь. Не по-детски, бля. У меня нету аптечек, блядь, и магазина нету, сука. Надо сохраниться, бля. Обязательно. Обязательно надо сохраниться. Бля. Без этого прям никак вот. Ну давай же, ёпта, чё тебе два раза-то нажимать надо? Ты чё, движок такой, блядь? Поршня, блин, херачит. Как-то ты странно показываешь, если честно. Какими-то зигзагами. Обнаружена враждебная форма жизни. Алло, ёп! Снова неполадки. Половина и шимуры красные. Кто-нибудь, откройте дверь! Что вы сделали? Помоги отнести его на келёв. Это не честь. Стреляй! Что? Чёрт, Джаба! Честь! Нет! Джаба! Это ты его убил! Господи! Джаба! Джаба! Нет! Режим карантинной изоляции. Вот это да! Вот это прям да! Перенаправляй. Телеметрия. Хэммонда пропала, он... Он все. Вместе с Ченем. Господи. Внимание, эскадрилья антикосмической системы. Блядь, Веллер вот-вот рванет, беги! Бегу! Сейчас сохранюсь только и побегу. Быстрее, блядь. Бежи! Где? Кто? Куда?
Внимание! Отказ от основных систем. Побежали! Нужно покинуть корабль. А куда бежать? Быстрее, в столовую, блин. Там об... Там-то мы... А, бля, бегут твари! Твари бегут! Ой, мамочки! Быстрее! Быстрее! А, тварь, не бей меня! Мразь! А это кто? Сука, закрыто. И что делать? Внимание, ё-моё! Почему меня сюда-то, блин, понесло? Чёрт тебя дери! Внимание, отказ теплообменника. Куда дальше-то? А, аптечка не берется, сука! Ой-ой-ой-ой-ой! Ах ты ж чёрт, блин, в последний момент-то я увидел. Это говно, блин. Ну все, мне хана. Внимание, я не буду сохраняться. Не сюда? Черт! Кого подымаешь? И куда мне? Вниз куда-то. А? Айзек, прием! Прием. Ебалые такие аттракционы. Чейн, Джонсон, теперь их Хэммонд. Я засекла перемещение Свеллера. Боюсь, часть этих солдат-мутантов пробралась на борт. Тебе удалось забрать конвертер Веллера? Он весь в крови, но при мне. Боже, лишь бы Хэммонд не ошибся насчет челнока. Тот челнок в отсеке экипажа, но там же и толпа юнитологов, и их обелиск. Тебе нужно... Стоп, в атриуме кто-то открыл дверь? Теперь в отсек экипажа есть дорога, но кто тут остался с таким допуском? Айзек, что-то не так. Но мы должны добыть челнок. Бога ради, береги себя. Мы последние. Можно теперь зайти? Там эта крокозябра застряла, блин, в текстурах. Так ей и надо. Мне бы магазинчик. Или аптечек бы кто-нибудь поднакидал. Куда мне? Не направо. А это что? Массив связи. Так, это мы все видели. Не знаю, стоит ли сохраниться или нет. Вон она, тварь, блядь, застряла там. Давай сохранимся, по идее. Чё бы и нет. Погнали, так, куда еще раз? Блин, хорошо меня током, конечно, швануло. Ничего не скажешь. Прям нормально так. Дайте магазин, а, пожалуйста. Или аптечечку. Я не смог аптечку взять, у меня все забито было. Это что? Комната отдыха. А херли, тут уже ничего нет, я тут все собрал. Я там уже... Еще сохранил. Сохранялка. Так. Куда? На первый этаж. По патронам тоже все плохо. Как здесь вот улучшить оружие, блин, прям... Ну, это невозможно до конца улучшить. Одно может быть возможно. Но не более, блин. Это все узлы надо где-то собирать, ходить. Прям конкретно, блин. А куда ты мне показываешь, а? Заколебал. Опа. Аптечку дайте.
Так, аптечка есть. Окей, что-то выбросить надо нахер. Что только, я не знаю. 9. А это сколько здесь? Вот это и выброшу нахер. Так. Опа. Отлично. Отлично. И теперь это можно подобрать обратно. Подлечились и вперед, как говорится. А вот и магазин, бля. Сейчас еще продадим. И купим аптечку. Хотя бы одну. Так, инвентарь. Что у нас тут? Продать. Замечательно. Так, аптечку вот эту берем. Сколько она стоит? 5 косарей. Берем. Можешь еще одну взять? Давай еще одну возьмем. Все, спасибо. Спасибо на этом. Куда? Сюда. Побежали. Так, а здесь куда? А здесь туда. А... Чё? Здесь... А, здесь я ходил или не ходил? Я не помню, блин. Кредиты. Так, что-то тут ящик светится. Ну чё там, а? 100 кредитов. Кредиты тоже, в принципе, нужны прям. Верст. Кто здесь? Да, блядь. Не влазит ни хрена, слушай, а. У меня есть один узел, да? 5. Плазменный резак. Так, плазменный резак, плазменный резак. Да, далеко, блин, идти туда. Хотя я могу дойти. Соседний узел не обнаружен. В смысле, блядь? А-а-а, ни хрена. Раз, два, три, четыре, пять. А давай вот его до конца прокачаем. Вот так вот. Один прокачали до конца. Урон, ПЗК, урон. Мне надо вот в ту сторону идти. Но это я уже не дойду до туда однозначно. Тогда надо было на плазменный резак патронов накупить. Но я что-то не купил ни хрена. И это плохо. А может и нет. Так, он у меня чё? Где? Кого? Он у меня вообще не стоит. Этот плазменный резак, блядь. Здесь тоже нету ни хрена. Давай его сюда поставим. Пока что. А ё-моё. 32 патриков так-то. Так, давай сюда, на родное место. Этот мы... Вот сюда поставим. Раз, два, троечка, да? На троечке у нас пулемет. Айзек, связь падает. Что-то в отсеке экипажа глушит наш канал. Догадываюсь, что это за что-то. Если обелиск активен, черт! Отсек экипажа закрыт, но у бригадира палубы есть ключ. Мне удалось засечь ее в спортзале. Сколько нужно времени, чтобы прикрутить конвертер к челноку? Немного, если никто лезть не будет. Поспеши, обелиск нельзя оставлять у них. Догадываюсь, говорит, что это за что-то, блин. Ну, я сейчас поспешу, конечно, поспешу. Так, ящик.
5 кредит. А это что? Снять блокировку станции. Окей. Пусть она пока там снимается, мы пойдем. Станция введена в строй. Спасибо. О, блядь, эти сиентологи или как их там? Уфологи. Топливо для огнемета. Огнемет в каких-то случаях тоже полезен. Не, баллон я не буду брать. Зря, может быть, конечно, но не буду. Сейчас я куплю патронов на плазменный резак. Вот что я сделаю. Так, так, так. Ше. 1200, да? Нормально. Быстро заканчиваются они, кобздец просто. Ё-моё, что тут у них вообще жесть какая-то, блин, творится. Подожди, сначала подберем все. Если влезет, конечно. Если не влезет, повыкидываю нахер. Чё вот мне выбросить, бля? Я что-нибудь выброшу, бля. Чем я реже всего пользуюсь? Кое-что вообще можно в хранилище отправить, по сути-то. Вот это что такое? Труборез, блин. Труборез хорошая штука. Чтобы отправить... О, так мне вон еще есть продать-то, ёп. Когда я успел подобрать, даже не заметил. Сейчас подберу и влезет все. Ой, продам и влезет все. Фига себе, они по 10 косарей стоят, блин. Вообще нормально. Отлично просто. По 10 тысяч, блин. Ну все, богатый независимый, блядь, забираю нахер все. А, блин, а это под... Под Е. Че там? А сюда я не могу, что ли, зайти? Ключ-карта, ага. Понятно. Ключ-карта у меня пока что нет. Так, вроде пока живем. Ну почему надо два раза на Enter нажимать, а? Ну вот почему? Почему с первого раза меня не понимает компьютер? Так, куда? Туда. А тут что? Раздевалка и душевые. Надо заглянуть обязательно. Если тут раздевалка, значит тут шкафчики есть. Что там, патроны давайте мне. Они сейчас понадобятся, я чувствую. Ой, бля, не буду брать. И это не буду брать. Схемы. Элитный X-инженер. Бля. А что такое-то? Почему такой выбор, блин? Либо что-то выбрасывать. Вот этим я не пользуюсь, походу, да? Или вот этим я часто не пользуюсь. Что так? Батарея резака. Силовой резак. Угу. Лазерный магазин, бля. Лазерный пистолет. Ссылка. Даже не знаю, что делать. Тогда ладно, тогда не буду пока ничего брать. В рот его компот, блядь. Сука. Пересрался, блин. Просто пересрался. А, так там же этот ИКС инженера, блядь. А он мне нужен вообще уже, а? Хорошо, давай пожертвую этими патронами, вот этими вот. Вот, 4 штучки выброшу нахер. А этот заберу, блядь. Захватывайте мечи кинезис модулем и забрасывайте их в кольца. Понятно. Ух ты, ёпта. Чё-то всё закрыто прям. 1, 2, 3, 4, 5. Даже не открывается. Не говорит, что что-то надо. Лифт не работает, блядь. Батарейка нужна. А мне как раз туда и надо. Я откуда пришел вообще, блядь? Раздевалка, душевые. Начинается, блядь.
Играть будем, да? Начнем игру! Кинез, чтобы схватить. Скотина, ты как... Батарейка валяется, бля, представляешь? Конец игры! Где эта тварь, бля? Мразь, бля. Где батарейка-то? Откуда харкает? Не вижу. Ах ты мразь. Сучка какая, а? Да сдохни ты, пожалуйста, блядь. Тварь какая, блядь. Чё это такое, блин? Малая аптечка, блядь. Возьму и съем сразу же. Где батарея же тут была-то? А, вон она. Так, еще патрон надо забрать. Стоять, бля. Да почему, бля? Или это пустой магазин? Ладно, поехали. Можешь приземлиться? А, я с нее уже взял. Так, ладно. Зона гравитации. Побаловались и хватит. Нам лифт нужен. Не понял ничего, можно было там что-то выиграть или нет. Да дайте пройти, пожалуйста, блин. Иди нахер, блин, стол. Не мешай мне, блин. Что творится-то, блин? Не пускают меня, блин, и все. Вот ключ, да? Да. Все, ключ взяли, уходим. Добраться до служебного челнока. Ключ-карта от палубы экипажа. В общую зону. Общая зона. А! Валдырь-поддомщик! Нессика. Я не знаю, как с этой говном бороться. Их огнеметом надо сжечь, это стопудово. На, тварь. Ты чё? Вы чё, блин, уроды? Ненавижу их, блядь. А! Мразь. Сцепись от него! Быстрее! Добей эту тварь. Еще одна где-то же. Где она? Где мразь эта? Я ж слышу, где-то она хрюкает. Слышишь? Чавкает. Котина, блядь, мразотная. Так, чё, я взял, да, мне сюда теперь? В смысле обратно? Не понял. А-а-а, точно, блин, эти твари тут появились, и я сбился с толку. Регистрация карты охраны. Открывай давай, блин. Регистрация. Быстро открывай мне регистрация карты охраны.
убьете. Что ж, мистер Темпл, боюсь, отныне вы бесполезны. Мёрсер! Еще живы, мистер Кларк. А я, по вашей милости, никак не дождусь схождения. Мёрсер, стой! Скажи, я хочу понять, что такое схождение? Вы уже знаете. Живые и мертвые все чувствуют миссию обелиска. Вы ведь хотите воссоединиться с теми, кого потеряли. Я... Да? Так помогите мне. Мистер Темпл отказался. Но мы так близки. Происходящее на Ишимуре — это лишь начало. Такими речами гори ты в аду вместе со своим обелиском. Жаль. Вот тварь. Но вы умрете куда быстрее. Опять, бля. Ну-ка. Я ж камеру забыл включить. Ну-ка, сука, не трогай меня, мразь. А куда мне, бля? А? Куда мне, ёпты? Я не понимаю, куда мне. Чё делать-то надо? Чё здесь делать надо, сука? О, обратно, бля, показываю. Куда обратно-то? Где эти говняшки, блядь? Где их искать-то, блядь? Нет. Где еще эти шарики вонючие? А? Я не вижу, бля. Барь! Где они, бля? Сука! Какая мразь, а, бля? Отвали! А, все! Беги тогда! Быстрее, блядь! Блядь, тут еще замедляет ход, блядь. Тварь. Замедление хода идет, блядь. Волочь какая, а. Но ты все исправишь, да? Я будет по-старому. Пошел ты нахер, блин. Не надо мне в башку влазить. Поговорить с тобой. Прости. Так, это что это? Прости. Базовым помещением. Не говорите мне ничего. Я на это не поддамся. Отлично. Ага, лифт. Так, это что, это нихера, поехали отсюда. Так я ж обратно приехал. Или нет?
Бля, вот мразота, а. А, твари! Да беги ты, ёб твою мать, блядь! Задолбали, блядь. Отстаньте! Отстаньте от меня, блядь, мрази. Быстрее! Быстрее, блядь! Да вы чё, блядь? Твари поганые, пошли нахер! Это ж жесть какая-то, вот эти вот головешки, блин. Просто кобздец, блин. Просто, блин, жесть какая-то, блядь. Они неубиваемые, блядь. Стреляешь, 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 им вообще насрать, блядь. И главное, все за мной прибежали, блядь. Как так, блядь? Тогда я приду сюда и соберу все, что ты не собрал, блядь. Мудаки вонючие, блядь. Че там такое лежит, блядь? Забрать, блядь. Продам. О, вот уроды, а. Опять оставили всего, блин, без аптечек и без патронов. Ну что там лежит? Иди сюда, чё это там? Вот что-то ж светится, блин. А забрать не могу. Текстура застряла, блядь, сука. Ладно, пошли. О, кстати, продать сразу надо. Продать и купить. Коль на то пошло. Да, бля. Спасибо. Ух, как столько денег-то, блядь. Так, давай берем вот эти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично. Аптечек надо было купить еще. Подожди, стой, аптечки еще куплю. Ой, назад. Влезут они мне. Раз, два. Спасибо. Вот теперь спасибо. Теперь пошли отсюда. Можно было, короче, еще и узел ставить куда-то. Давай вставим. Чего бы и нет-то. Импульсная винтовка. Так. Время перезарядки уменьшается, да, потом урон. Емкость. Давай урон прокачаем. Берем батон, у меня стазиса нету ни хера. А я последний раз и не помню, где я видел-то эту станцию заправки, бля. Где-то далеко видел. Очень далеко. Здесь вообще не видел. Сейчас разгребать, блядь. Стулья ваши надо разгребать, а? А вот тебе и заправка. Сейчас на меня будет нападать опять это говно. А я тут буду возюкаться, разбирать, бля. Я все понял.
Даже вот электрическая херня есть, чтобы долбануть, если что. Так, ну-ка. Но! Пошло все нахер быстро отсюда. Дайте пройти. Ой, ё-моё, блядь. Где он, тварь-то, блядь? Ядовитый объект, блядь. Опа, опа, па, 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 па. Подожди, пузанру, блядь. Экипировать. Мразь, сейчас будет, блядь. Нахаркал уже, тварь. На! Ёптань, а сколько вас тут, а? Сколько их там, блин? Куда мне, а? Да никуда, ёпта. Мать твоя, блин, фарокаска! Чё делать? Ты чё, блин, куда ты кинул-то? Ты куда кинул, блин, дебил? Сгори нахер там. Пойду на склад, блин. Да ты чё, серьезно? Как это он удален? Батарейка есть. А куда ее тащить? А, блин, нахрен я его вытащил? Подожди, она ж просто так валялась, я ее не вытаскивал ниоткуда. Так, ну чё, пойдем обратно. Игра, пожалуйста, выпусти меня отсюда. Обнаружен ядовитый объект. Да где он нахер обнаружен-то, блядь? Токсичный объект удален. Кто орёт, блин? Куда мне идти-то, блин? Куда туда? Так, стазис у меня заряжен, блин. Зачем я батарейку оттуда волок, а? Не подскажете мне, блин? Что ты делаешь, блин? Не ту кнопку нажимаю. Ладно, дорогие друзья, давайте здесь остановимся, продолжим в следующий раз. На сегодня все. С вами был Виталий, он же Монк. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, пишите комментарии. Всем пока-пока и удачи.